В спортивном комплексе «Триумф» прошли всероссийские соревнования по боксу класса А среди мужчин. В них приняли участие 108 спортсменов. Тему продолжат мои коллеги. С 15 февраля на протяжении 5 дней лучшие боксеры из 15 регионов России соревновались в своих боевых навыках. Турнир посвящен памяти заслуженного тренера России, мастера спорта СССР Александра Щедеркина и его учеников, мастеров спорта СССР Юрия Капитонова и Владимира Кузина. Они были воспитанниками Люберецкой школы бокса. Я до сих пор считаю себя женой Владимира. Мы 32 года назад вместе с ним и с ребятами, с друзьями организовали этот турнир. Я гадаю ребятам, что каждый год они продолжают организовывать этот турнир. Спасибо судьям, что приехали со всех уголков нашей страны. Награда за победу в турнире класса А крайне высока. Победитель получает звание мастера спорта России. Боксеры демонстрируют высокий уровень. Среди них множество финалистов и призеров турниров страны. Удары – самое главное, критерии. Техника, тактика, волевые качества. Все вместе, все это дает, определяет победителя. Техника и волевые качества не подвели Тимура Варахова. Он стал победителем в категории «Легчайший вес». 19-летний боксер начал свою карьеру 8 лет назад в Оренбургской области. Недавно переехал в Санкт-Петербург и сейчас представляет этот город. Противник сегодня был очень хороший, подвижный, жесткий, но где-то ему не хватило функциональной подготовки. Очень доволен, есть еще, конечно, много ошибок, над которыми нужно поработать, но в целом результат радует, первое место, мы еще будем работать дальше. Возраст участников соревнования от 19 до 40 лет. Спортсмены выступают в 11 весовых категориях. В супертяжелом весе одержал победу боксер из Люберец Владислав Комаров. Дмитрий Гринчев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.